Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Еще у меня такой вот вопрос появился, Натя Тихонович. Вот у апостола Павла в послании есть такое выражение, что после нас к вам придут лютые волки. Я поправлю сразу. Это не в посланиях, это Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих. Я понимаю так, что речь идет о людях, которые будут иметь статус, ну, близкий к апостольскому, то есть руководящий статус. Не просто какие-то придут, скажем так, прихожане в церковь и будут волками в овечьей шкуре, хотя не исключено. Но, видимо, так, видимо, речь идет, как там по толкованию святых отцов, именно о священниках. Речь идет о том, что он из Ефеса в Милит призвал священников. И им это говорит. Тут не надо, может быть, кажется определенным священником. Он говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. И цель одна, чтобы увлечь за собой, чтобы они его слушали, кормили, подавали записочки. Это речь идет только о священниках. Мирян там не было. Это не поэтому, не по этой причине Серафим Саровский, когда молился о судьбе священства, да, то ему было видение, что чуть ли не большая часть священства в Царствие Божие не попадет по той причине. Ничего, не надо сглаживать. Определенно четко Иоанн Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Никаких чуть ли. И Серафим Саровский 3 дня 3 ночи молился. Настольная книга священнослужителя, 3-й том, 601-я страница. Он прямо говорит, 3 дня и 3 ночи, ад грязный. Серафим молился о священстве, об архиереях, не о царе. И наконец Бог заговорил и сказал, не пощажу и не помилую, как будто вообще в России ни одного спасенного. Вот как можно заблудиться. Но он молился, и Бог сказал ему, напрасно молишься. А вот за историю нашей церкви, ну хотя бы русской православной, были какие-то официально опубликованные списки этих волков в овечьей шкуре? Вот оно... Кто опубликовал, и не раз, они замазали все. Были и... Особенно в последнее время все архиереи, там Глеб Якунин, когда работал предательство, вот КГБ-овская кличка у патриарха Алексея II Дроздов, а он Ридигер, этот, который сейчас в Гундяев, у него Михайлов, клички КГБ-овские, там большие звания они. Но чтобы такое говорить, надо обладать достоверной информацией. Вот они работали с архивами. С архивами работали и прямо показывают, как это записано, все выписки. Об этом говорит Александр Иосифович Нежный. У него Крючков, председатель КГБ СССР, был близкий. Ему открыл эти архивы. А я, говорит, сидел и все это выписывал, и потом выходил и выносил с собой. А потом издал книгу «Допрос патриарха». Книга называется «Допрос патриарха». Толстота, удобная книга. И еще так, «Комиссар дьявола». Об Емельянове, Гудельмане, Губельмане. Так что это документы прямо. Мне прям даже становится не по себе, когда общаешься с человеком, который внешне благопристойный, а на самом деле является этим волком в овечьей шкуре. Но, говорят, по делам узнаете их. Не хотелось бы, конечно, не думать плохо о священниках таких, но... Ну, закрадываются такие мысли. Допустим, один священник никогда не выступает с проповедью. Почему, спрашивает? Вот сейчас епископа поставили одного, епархию Алтайскую разбили на несколько частей. И прислали епископа с Украины одного. Он нас не видал, не знает. Объявил войну с первого шага. Вот как сейчас сегодня, ни одного священника не было. Тогда несколько священников накануне, а потом уже архиерей приезжает. Поблагословили архиерея. Это сразу вызвало, кто поет по телефону. Волк. Лютый волк. Он что-то имеет против, что-то у него отняли. Он ничего не делал, ни епархии не строил, ни до одной души. Только пришел, первый день зашел и начал щелкать зубами, рвать все. Священника предупредил, там запрещаю, там проще еще сделаю. Ну, кто он такой? Никто его не знает. У нас не было ни одного торжества, что батюшка ему не посылал послания. Не приедет никогда. Мы это митрополиту говорили, но это другая епархия. Епархия другая. А это только митрополия, он не может туда вмешаться. А этот в своей вотчине-то прекратили все разговоры. Священники говорят, вообще у вас сейчас разговора нет. Один погасил все. Если Господь благословит, то завтра, 16 сентября 2017 года,
он будет в Потеряевке. Мы дали, кажется, совет братьям записать всю литургию, не прерывая, чтобы человек мог смотреть. Вы имеете в виду приезд митрополита Алтайского и Барнаульского, Московской патриархии Сергия Иванникова. Я вот этот довод привожу своим оппонентам, которые пытаются обвинять, ну, клеветать на вас. Да мне это не касается. Говорят, как могут... Ну что там клеветать? Это, ну, он другого не может. Слово клеветник – дьяволос. Дьяволос – это дьявол клевещет. Ну что, только пожалею о нем. Мне он вреда не делал. Откуда я знаю, я сейчас сижу, а там на Украине, Беларуси, там против меня говорят. Мне-то от этого чего? У меня нормальная пища, были помидоры, я был на исповеди. Я радостный, жду епископ, митрополит, чтобы завтра причаститься у него. Ну, меня это не касается. Это бедные, несчастные люди. Они не верят в Слово Божие. Они оставили Бога. Оставили. Бог-то разве позволит это делать? Читаем Иеремия, 15 глава, 6 стих. Ты оставил меня. Господь говорит, я простру руку на тебя. Я истреблю тебя. Я устал миловать. Рука простерта не благословение для истребления. Бог показал, и звери бросились. Чечня поднялась, Казахстан, все против пойдет. ИГИЛ, ИДИШ там, что угодно. Ты о них только поскорби. У одного украли лошадь, он пришел там к святому Никандру, ты говорит, ой, лошадь украли как-то. Он говорит, ты жалей, кто украл, а не лошадь. Когда говорили, а лошадь взмыленная прискакала, он через реку-то стал переходить, она его сбросила и затоптала ногами. И все. А ему открыто было, что его уже живого нет. Ты о нем поскорби. Так что ты о нем скорби, а не о нас. Мне от этого, что они говорят, ни грамма никак. Как это мне повредит? Я дома, в тепле, в светлой комнате, наполненной местами. Вот здесь только сколько? 12 выдержек из Святой Библии. Такими буквами. Вы где-то видели хоть раз? Нигде. Нигде. Вы пришли к православному, ну, надпись одну можете увидеть. Но чтобы все так, иконы, крест. А это у нас столовая, не храм, но превращенный в храм. Сколько здесь детей, вы в интернете видели, молятся. Вот она лезла. О, гляди. Вот она пришла. Паля, Паля. Да хорошая Паля моя. Ну, вот так. Еще что у вас? Ну, пока все. Спасибо, Христос. Ну, все на этом. Спаси Христос. Сегодня у нас 15-е, завтра престольный праздник, 16 сентября. Видишь, какая лишь другая. А меня сейчас Надежда Васильевна...